Очень хорошая встреча прошла, позитивно. Все веселые ребята такие. Дали вот, понятно, что они устали, но нашли время, силы, чтобы встретиться с болельщиками. Тут было очень много детей. Очень хорошо, я очень рад. Тебе понравилось? Да, мне очень понравилось, здесь очень интересно. У тебя есть в Дине любимый игрок? Да, Алимао. Уже взяла у него автограф? Да. А вы? Ну я нет, я вот всего ребенок. Вы регулярно ходите на матчи Дина? Нет, я вообще приезжий с Рязанской области, поэтому я только приехал, ты меня ребенок туда привел на эту встречу. Она постоянно ходит вот на эту встречу. Вот она вот фанат Дина. Она живет в Троицке, она очень любит это. Тогда вопрос тебе, мы в этом году станем чемпионами? Конечно.